Привет, сынок. До тебя не дозвонишься, вот решила написать. Неделю назад какой-то воришка забрался в дом и украл радиоприемник, который ты мне подарил. Теперь еще и телевизор. Я могу ошибаться, но думаю, это Кольке рук дело. Товарища твоего, друга детства. Он последнее время пить сильно начал. Днями напролет дома не появляется. А как появится, что-то обязательно заберет и опять на целые дни пропадает. Бедная Любка совсем извелась. С таким-то сыном счастья никакого и не будет. А так у нас все хорошо. Вспомнила старую привычку писать письма. Вот и решила размять пальцы. Как дела у Наташи? Надеюсь, на праздники приедете. В общем, отпишись, как ты там. Или лучше позвони. Понимаю, работа не отпускает, но хотелось бы тебя услышать. Твоя любящая мать. Кто там? Это я, Люб, Надя. Ой, Надюша, как хорошо, что ты пришла. Заходи. Я на секундочку. Что-то случилось? Товаришка у нас завелся, Люб. Вещи из дома выносит. Да ты что? Телевизор, радиоприемник вынес. Ты думаешь? Я не знаю. Ой, он у меня из дому все вынес. Ну, неужели до тебя уже добрался? Понимаешь, все вынес, ну просто подчистую. Фен вынес, миксер вынес. Я кольцо не могу на ночь снять, понимаешь? Господи, Люба. Как мне это надоело. Люба. Я скоро умру, что он будет делать? Как Люба. Он будет жить, я не знаю. Люба, миленькая, не говори так. Не говори так. Нет, умру, я умру. Ты молодая, рано о смерти думать. Выдумывай, не говори так, все хорошо. Конечно, тебе хорошо, у тебя мальчик вон какой, и добрый, и отзывчивый. Видишь, как тебе повезло в жизни. Любаш, Люшка женится. Да ты что? Да. Ой, я тебя поздравляю. Девчонку такую хорошую нашел. Ой, как хорошо. Тебе повезло. Спасибо, Любаш, ты прости меня. Да за что? Прости, я пойду. Не уходи, идем чайку попьем. Я пойду, Любочка. Пойду, прости меня. Пока. Ну, пока.
Ты негодяй! Мама? Лёша. Лёша. Кто здесь?
Мам? Мам? Мамочка? Мам? Мы знакомы? Я вас не знаю. Мам, это же я, твой сын, Лёшка. Нет, мой сын в другом городе живет. Он работает на престижной работе, зарабатывает хорошо. Женится скоро. Я письмо должна отправить. Скоро свадьба, а я даже не знаю, может, ему нужно мам, что-то. Мам! Мамочка! Мам! Мама! Мамочка! Привет, мамуль. Это Алексей. Лёша. Мамулечка, прости, что так долго тебе не звонил. Много работы было. Мама, у меня тут все хорошо. Обещают даже повысить. Как ты, мамулечка? Я... От Наташи тебе большой привет. Так, у нее тоже все хорошо, мам. Мы, возможно, скоро приедем. Как освободимся, так сразу и приедем, мамулечка. Я обещаю. Так... А на новую зарплату я куплю тебе большой телевизор. Лёш. Старый-то совсем голову не крутишь, мам. Это правда ты? Так, это я, мам. Я Алексей, мам. Ты там не скучай, мамулечка. Все у нас будет хорошо, я обещаю. Я в это верю, мам. Я люблю Лёш. Тебя и периодически буду тебе звонить. Я люблю тебя, сынок. Я люблю тебя. Сильно-сильно люблю, мам. Пока. Пока, Лёшенька.